Так, вот Женя, Евгений Харитон, у него антенна. Сколько элементов у тебя? 8 элементов. Так, все, тест начинается. В общем, Женя стоит возле антенны и крутит ее руками своими. Так, ну давай, Жека. Сейчас шкалит на всю. Да, это 5 ватт. Сейчас я повернулся ровно на тебя. Значит, ровно на тебя постепенно ухожу на север, поворачиваю на север. И вот так вот уже боком. Вот так, как там? Был минимум, чуть-чуть верни буквально там, это будет минимум. Да-да, я тоже по тебе. Вот здесь в минимуме, да? А ты сейчас определишься, я 5 ватт включил. Вот смотри, я считаю до 5, а ты выведи так, чтобы я вообще шумел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, а ну давай. Ну вот где-то здесь минимум, так оно немного шатается. Это получается, ну, боком к себе приблизительно, вот так. Да, 5 кубиков. Так, ну а сейчас я пошел на восток, значит, интересно, как оно. Ух ты, не так легко. Так, вот это на восток. О, вот это рефлектором к тебе. 7 кубиков. Ну ты ж понимаешь, это яги, да? У них всегда будет боком, а хотя под это ж не горизонт. Хотя, в принципе, бок у них лучше удавится, чем тыл. Короче, 8. Ага, ну вот я сейчас смотрю вот так чуть меньше. Наверное, вот это чистый тыл к тебе. Так. Ну да, вот так где-то полностью к тебе тылом. Да, вот сейчас 5. 5 кубов это тылом ко мне. Ну, работает. Если выгнать вообще, будет еще лучше. Да, ну радует, что хотя бы диаграмма, но присутствует. А давай еще на 433 попробуем. Да, я только хотел предложить. Давайте крутни сразу на меня, потому что хрен его знает, услышу или нет. 433-500, да? Ну давай, ну хорошо, давай там. Давай, я там мощу полностью включу, 433-500. Так, Евгений Харитон, РТ, щука-щука, центр. Да, принимаю. Так, это я, правда, на максималке. Да, это хорошо, потому что на максималке 1 кубик на тебя показывают, и я на максималке. А на 5 ватт, слышишь? Я уже на радио 3 ищу, по идее, на крыльцо. Слышу, да, такой шум появился. Это куда она смотрит? За тылом, так же вот тылом, как было на двойке. Сейчас буду поворачивать. Все, давай поворачивай. Так, вот это тылом, поворачиваю на север, вот это боком. А теперь на тебя. Вот это уже четко на тебя смотрит. Ну как на меня, так хуже стало, чем было тылом, понял? Ну вернее боком. А, да. Ну там в диаграмме, да, ты знаешь, так и есть. Что вот если боком повернуться, вот приблизительно вот так. Вот так вот где-то. Максимум сигнала должен быть по диаграмме. Абсолютно верно, так и есть. Так а что, она так дико косит на 430? Ну это ж двоечная антенна, там только согласующие 2 директора. И они как бы, ну все равно сбоку принимают лучше, а двоечные рефлекторы, то есть директоры, они как бы отражают сигнал. Да, так и есть. Ну, в общем, полностью по расчетам как хотел, так оно и получилось. Ну, не считая там КСВ. А КСВ смотрел? Да сейчас посмотрю. Тоже интересно, какое хоть тут КСВ. Ну да. Ну в общем работает. Так, я сейчас видос вырубаю.